Куряне – седьмые по итогам социально-экономического развития в 2012 году. Такие данные опубликовала газета «Экономика и жизнь. Черноземье». Издание приводит результаты исследований региональных проектов рейтинговым агентством. По мнению экспертов, губернатор Александр Михайлов занимает седьмое место в рейтинге руководителей исполнительной власти в ЦФО. Наша область вошла в группу регионов перспективного развития. Что касается оценки уровня надежности и рисков, курянам присвоен класс B+, что означает удовлетворительный уровень надежности и низкий риск. Это также седьмое место в ЦФО.